Всем здравствуйте! Я уже нахожусь в центре. Сейчас иду на улицу Гоголя, выйду. И хочу дойти до Академии наук. Я уже недавно там была, но я так и не поднялась наверх. И вот сейчас хочу подняться, посмотреть панораму Риги. Вместе с вами, конечно. Погода сегодня, конечно, не очень. Мелкий дождик моросит. Ну, ничего. Мы уже на улице Гоголя, как вы поняли. Сейчас утро раннее. Ну, около 10 утра. Я посмотрела, там с 8, по-моему, до 8. Панораму Ригу можно посмотреть. А, с 8 утра до 10 вечера работает. Билет мне не удалось купить, потому что карточки они не берут, только наличные. Странно. Так что надо сейчас выбрать наличные. Там 6 евро билет стоит. Сейчас выберу и тогда куплю билет. Пока я бегала туда-сюда, уже дождь начался. Немного промокла. Так, попытка номер 2. А куда идти? На лифте поднимаетесь на 15 этаж. На 15, ага. Да, там 2 этажа пешком. И при необходимости там есть туалет. А, хорошо, да, спасибо. Потому что потом бегу здесь, Ясно. Это на 15-й, потом 2 этажа? Да, там 2 этажа, ну там указатели есть. А, хорошо, угу, спасибо большое. Так, на лифт. Вот лифт. Здесь прямо. И, наверное, сюда. Да, панорама. Вот указатель. Стрелочка. И 2 этажа пешочком. Как здесь темно. Так, 1 этаж поднялась. Здесь опять стрелочка. Как здесь темно. Сейчас, наверное, электричество экономит. Тут совсем темно. Еще 1 этаж наверх. Вроде все. Открываем дверь. Вот выходим на панораму. Ой, а здесь крыши нет. А дождь идет. А у меня зонтика нет. Ну, вот так выглядит. Ладно. Ну, здесь ветерок. Наверное, музычку включу. Здесь можно вокруг обойти. Единственное, что вдалеке туман. Может быть, плохо видно будет. Погода такая дождливая. Я когда вышла, уже дождик закончился.
как бы с крыши капает. Ладно, все, буду выходить. Ну ничего, мне понравилось. Так, если ни разу не было, один раз можно сходить. Ну, желательно, конечно, в хорошую погоду. Зашла в Хесбургер, взяла кофе. Сейчас у них с утра, по-моему, до 12 часов 50 центов стоит кофе на центральном вокзале. Надо подзарядиться. Дошла я до галереи Центрс. Это бывший универмаг. Надо мне в один магазин зайти. И если что-то будет интересное, вам покажу. Ну, как придумали наверху, интересно. Уже упаковали подарки в магазинах на Новый год. Хочу часы себе купить. Но не сегодня, конечно. Но здесь таких нету, какие я хочу. А здесь мужские. Даже не знала, что в галерее Центр есть Ганбэй. Буду знать теперь. Пойду быстро сюда, посмотрю, что здесь. Взяла рубашку, сейчас померю на втором этаже. Какую я рубашечку себе нашла? Теплая, с капюшоном, с карманами. Я, правда, клетчатое не очень люблю, но это вроде ничего такая. 40 евро. Хоть это и S-ка размер, но она какая-то свободная очень. Наверное, так и должно быть, как оверсайз. Ну, народ отдыхает, молодежь. Вышла я уже из магазина, рубашку я не купила, я нашла там один брак, уже не стала искать другую, померила кучу головных уборов, только прическу испортила, ничего не подошло. Ну, для меня найти шапку — это проблема большая. Пока ходила по магазинам, жарко стало, немножко надо прогуляться. Я сейчас напротив Латвийской национальной оперы и балета. Какая интересная скульптура. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Какие тут еще цветочки красивые. Это, оказывается, памятник рижанину Марису Рудольфу Лепа, выдающемуся артисту балета. Да, я помню такого. Красиво сделали. Пойдемте дальше прогуляемся. Дождик такой маленький, еще моросит. Я без зонтика. Но если будет сильный ливень, где-нибудь спрячусь. О, какая красота. Так, а это что? Это памятник мэру Риги 1901 до 1912 года. Джорджу Армитстеду. Еле выговорила. Здесь уже фонтан не работает, воды нету, но все равно красиво. Вот наши знаменитые часы Лайма. Мне нравится, что каждый час играет музыка. Вот сейчас 12 часов, заиграет музыка. Наверное, подожду.
Пойдемте по парку немного прогуляемся. Сколько народу, тоже туристы. А, я хотела туда сходить, на мостик этот показать. Какие там замочки висят. Молодожены вешают. Когда свадьба, они сюда приходят. Я здесь несколько раз видела. Очень красиво. Ух ты, сколько замочков много. С этой стороны и с этой стороны. Здесь уже скоро вешать негде будет. Не останется свободного места. Уже такие ржавые. Но я слышала, что их со временем снимают. Вот сколько много. Там наверху Бастионная горка, кто помнит. Сейчас поднимемся, посмотрим. Я, кстати, сама там уже давно не была. Я помню, раньше здесь были вот скамейки с этой стороны и напротив. Сейчас нет. Сейчас такие поставили вокруг. Ну все, спускаемся. Я тоже вспомнила свои школьные времена, как тут с подружками бегали по этой горке. Я, кстати, раньше так часто в центре не была. А сейчас, как стала снимать, стала чаще приезжать. И сестра раньше жила в Смогрависе. Она только недавно переехала в центр. И столько нового для себя теперь тоже узнаю. Воспоминания разные. Какая интересная скамейка. Красивая. Ладно, будем двигаться ближе к вокзалу центральному. Это улица Кришинбаруна. Там напротив музей природы. Это здание реставрируют. Молодцы. Я сейчас увидела издалека, что открылся чайный домик. Он долгое время был закрыт. Интересно. Зайти посмотреть. Там на втором этаже раньше было много подушек, и все сидели на подушках. Сейчас на второй этаж поднялась. Как они красиво сделали. Столики. Диванчики. А раньше здесь подушки были. Молодежь сидела на полу на подушках. Такая лестница крутая. Ладно, выходим. Кофе я сегодня пила уже. Чай не хочу. Здесь на улице даже на столике можно посидеть. Красиво сделали. Видимо, недавно открылись. Все новое. Еще недавно, где-то месяц назад проходила, было закрыто. Ну, как-нибудь зайду. Посмотрите, сколько листьев уже. Настоящая осень началась. Как быстро время летит. Недавно только весна была, а уже осень. Время летит. Ну вот, почти пришли на центральный вокзал. Знаете, я сейчас хочу сходить посмотреть вот напротив автовокзала. Что там с этим бывшим Титаником? Его уже весь снесли или нет? Давно тут не была. Еще один музыкант петь будет. Ты
Ну вот уже почти все снесли. Да, осталось совсем чуть-чуть. Против автовокзал. Зашла в Токман, а здесь тракоты на сумасшедший день. До 8 октября. Даже диджей есть. Здесь даже очередь. Я так посмотрела, вроде не все так дешево. Шампунь, литр шампуня 6,90. Народу много, все скупают, хватают чего-то. Рот вперед. Жидкое мыло за 2,50. Такое еще есть. Такую же разобрали за 5,50. Все разбирают. Продуктовым тоже много народу. Давайте посмотреть, что там по акции. Вот простые ценники, а вот эти желтенькие, я так понимаю, со скидкой уже. Склан Драусис. 68 центов знаменитый. Пончики. Вот даже за 45 центов булочку. Гриль курица 5,90 килограмм. Народу много. Смотрите, икра форели 0,5 килограмма. 35 евро. Банка тунца 0,5 килограмма в масле. 6,90. Филе лососины 15,50. Желейные конфеты 5,90 килограмм. Уже народ хватает. Сейчас в очереди. Что-то люди набирают. Ну, многие, конечно, приходят только посмотреть тоже. Потому что я смотрю, не у всех корзинки полные. На фрукты тоже скидки. Лимоны евро 60. Сейчас быстренько поднимемся на второй этаж, посмотрим, какие там скидки. А на втором этаже мужская одежда. Тоже какие-то скидочки есть на курточки. Вот мужчина смотрит. Тогда поднимусь на третий этаж. Там женская одежда, посмотрим. Такие шарики в честь этого. Вот такая курточка со скидкой 139 евро. Ну, непонятно, сколько она раньше стоила. В втором этаже есть еще скидки на книги. Сезонная распродажа минус 60%. На украшения тоже скидки. Оказывается, здесь не до 8 октября сумасшедшие дни, а до 5 только. Это 8 дней они всего. Вот часики. Такие часики. Мне белые нравятся, ничего такие. Минус 40% скидка. Сколько они стоят, не видно. А здесь минус 60% на такие. Там камни Сваровски. Но черные я не хочу, хочу какие-нибудь беленькие. Здесь можно долго ходить, смотреть, искать разные скидки, кому что интересно. Какая очередь. В основном девушки молодые. Косметику там разное смотрят. Ну вот, с 28 сентября по 5 октября. Тракос Денес. Сумасшедшие дни.
всего 8 дней. Ну все, пошла я на автобус. Я уже приехала домой, жутко голодная. Сейчас приду, что-нибудь сварганю и поем. Хорошо, что за продуктами не надо в магазин, я уже вчера все купила. Кстати, я вам давно стройку не показывала. У нас еще строят. Я вам покажу, когда уже все построят. Так что давайте будем прощаться. Всем пока, всех люблю.